Итак, друзья, добрый день еще раз. И сегодня я вам расскажу и покажу, как мне товарищ помог изготовить вот этот вот стропорез, или как-то его называют, термонож. Ну, по факту это стропорез, который при нагреве струны оплавляет до резки стропы, тесьму и всякую синтетическую бяку. Итак, давайте вот посмотрим. У меня с сумки осталась вот такая вот штучка. Ну, действительно, это плотная тесьма. Вот. Блок, кстати, стоит на 250 ватт. Это выкидывали системные блоки у нас. Да, и системного блока я вот скрутил рабочий блок питания. Если будет интересно, как изготовлено, вот тут видите, перемычка стоит, найдено 12 вольт, выведены один провод сюда, один сюда. И хочу заострить внимание на стропорезы, на термоножи у блогеров, которые есть, у которых установлены прямо на блоке. Честно говоря, я там не заметил единственной важной полезной вещи. Это подпружинивание одной из сторон для удаления провисания нити. Потому что при нагреве нить увеличивается в размере и начинает провисать. Но это все лирика. Сейчас я вам покажу, как в домашних колхозных условиях можно создать инструмент, который будет работать и приносить пользу. Еще раз повторюсь, бесплатно блок. Вот эти все вещи, они были у меня. Это с нагревательного прибора тоже откусил кусочек. Тут 20 сантиметров, выведено на 12 вольт, и все. А, ну единственное, забыл, работа друга, она бесценна, потому что вот так вот. Итак, у нас идет шнур, мы его сейчас включим, надо, конечно, сделать будет отдельный выключатель, но вот, все, пошел процесс, гудит у нас струна, нагревается, и вот что делает наша с вами тесьма. Режется. Причем довольно неплохо режется. Двумя руками, я думаю, это будет побыстрее, если вам это интересно. Сейчас мы это все дело покажем. Еще чуточку. Итак, смотрим плотную тесьму. Оплавляет, режет, и четкие получаются края. Причем довольно-таки легко и просто. Все. Ну, друзья, такое нехитрое приспособление, которое, как мне кажется, должно быть у каждого человека, который специализируется на шитье и который работает со стропами, с тесьмой. Так, вот давайте посмотрим. Вот, видите, сразу у нас край и подрезан, и оплавлен. Все у нас уже не махратится. Чем плотнее у нас тесьма, тем лучше получается запайка этого вот самого торца.
Вещь полезная, вещь нужная. Если вас заинтересует, как это сделано, и подробно это нужно будет вам показать, без вопросов, ребята, отпишитесь, я могу снять отдельное видео, распутать шнуры и показать, где куда выведены провода, и еще раз показать вот эту систему. Есть такая система, называется «из говна и палок». Вот можно приписать ее именно к этому вот устройству. Из подручных средств, пожалуйста, DIY-чик, как это модно называть. Вот, вот эта вещь переносная. Если удлинить штифты, сделать побольше, то можно резать пенопласт. Поэтому вот этот прибор, он интересный, он перспективный и многофункциональный. Спасибо за просмотр и всего вам наилучшего.